Я должен был записать этот а-ля видеоблог, потому что достало мягко говоря, достало. Небольшой пример: Вчера я сказал одному приятелю: дружище, у тебя штаны рваные. А он мне сказал: А вон, посмотри на того чувака, у него тоже штаны рваные. И э, это мне кое-что напомнило. В любом обсуждении, в любом споре, обязательно вылазят Путин и Россия. В любом обсуждении украинцев. Об Украине вылазит Путин и Россия. Когда я говорю, что украинские СМИ лгут, а они лгут. Мне говорят, посмотри, а российские СМИ-то ведь тоже лгут. Когда я говорю, вот э, этот, этот, этот по фамилиям, не хочу их фамилии даже упоминать сейчас в СУИ. Мне говорят, а посмотри на Киселева. Да я не смотрю на Киселева. Я не читаю российские СМИ. Я их не смотрю. И Киселева в последний раз видел два года назад по телевизору. Мне это не интересно. Почему это интересно вам? Как они вас могут зазомбировать, если вы, во-первых, такие умные, во-вторых, если вам уже обрубили каналы? Вы что, специально как бы по спутнику ловите российские каналы, чтобы смотреть и возмущаться? Меня интересует Украина. Украина моя страна и у нее большие проблемы. Когда я говорю, что в Украине беззаконие, мне говорят, посмотри на Россию, какое беззаконие там. Когда я говорю, что руководство моей страны совершает откровенные глупости, граничащие с преступлением, мне говорят, да ты посмотри на Путина, да мне не интересен Путин, мне не интересна Россия. У меня есть страна Украина, в которой я по объективным причинам не могу находиться, но она мне интересна. А Путин, Россия, Киселевы, их СМИ мне не интересны. А если они интересны вам, значит вы не изжили в себе комплекс. Младшего брата, младшего братика, который постоянно будет оглядываться на брата старшего. Этот комплекс сидит у вас десятилетиями. Это комплекс неполноценности. Если я хочу построить хорошую, правильную страну, я буду оглядываться на тех, у кого хорошо, а не у тех, у кого плохо. Если мне говорят, у тебя штаны рваные, я не буду говорить, а вон Вася пошел, так у него штаны, у него вообще штанов нет. Я буду смотреть на того, у кого штаны красивые, аккуратные и выглаженные, а не кивать постоянно на того, у кого что-то там плохо. Вот мое мнение, в общем-то.